Обходя северный район, пожарные и полицейские сочли своим долгом посетить 30-й дом по улице Бурова. Именно здесь 8 марта был последний пожар со смертельным исходом. Кроме сгоревшей квартиры, в доме есть и другие, заслужившие статус нехороших. И там людям в погонах ожидаемо не рады. Эй, что вы делаете? Здравствуйте. Не выйду. Но у инспекторов есть веский повод проявить настойчивость. Удручающая статистика. На данный момент на территории города Орла зарегистрировано 84 пожара, на которых погибли 7 человек. Травмы различной степени тяжести получило также 7 человек. Основная доля погибших граждан относилась к так называемой группе риска. Проведенный анализ оперативной обстановки показал, что причиной пожара послужила личная неосторожность погибших при курении или неосторожное обращение с огнем. А местные участковые и вовсе ходят в этот дом как на работу. Можно сказать, что большая концентрация квартир, где неблагополучные люди живут. Да, так и есть, на самом деле. Как правило, в таких квартирах и случаются пожары. Хозяин квартиры в доме неподалеку плачет со стыда, показывая инспекторам свое жилье. Но пожарных тревожит не столько беспорядок, сколько реальные факторы угрозы. Уважаемый, а вот я смотрю, вы дома курите, да? А вот окурочки у вас не очень правильно хранятся, ни пепельницы, ничего. Нет, это я сам понимаю. Вот, 30-й дом сгорел, только вот смотрел по телевизору. Прекращайте курить, как в постели, так и вообще в квартире. Мне пить прекращать надо. Это само собой. Но курением и выпивкой опасность для жильца не исчерпывается. С проводкой у вас никаких нет трудностей, проблем? Есть. Есть, да? Да, одна. Ну, надо чинить. То отключается, то включается. Все. Ну, в общем, не контачит, получается, где-то, да? Ну, да. Нагревалось, видимо. Посмотрите, все черное. Я в том-то и дело. Я оттуда и... Вот она. Кое-кто из жильцов-маргиналов инспекторам и участковым предпочитает вовсе не открывать, игнорируя настойчивый стук в дверь. Беспокойный сосед, да? Ну, этим процессом сильно. Злоупотребляет, да? Да, да. Не сожжет он тут квартиру вам? Ну, страшно, конечно. Страшновато, да? Ну, приходишь, вытворяете мне посетить. Оставить памятку с инструкциями – единственное, что остается пожарным, что, конечно, не отменяет необходимости посетить проблемные адреса заново. Иван Суверин, телеканал «Первый областной».